Таксим в переводе с турецкого означает разделение или разбор. До начала 18 века к этому месту в европейской части Константинополя сходились акведуки. Было построено водохранилище, откуда черпали или разбирали воду жители города. А к концу 18 века площадь потеряла свое значение как место сбора воды. Фуникулер, площадь Таксим, Гези парк, Талим Хане. Нам туда. Парк. Нам в парк. Ничего себе! Как тебе метро, Пятачок? Чистая. Чистая, удобная, информативная. Даже нам тупым, то понятно все. Выходим, площадь Таксим, парк. Одна из самых древнейших площадей города Стамбул. В 1560 году, после очередной эпидемии оспы, которая унесла половину армянской общины в Константинополе, армяне отправляют султану парламентера с прошением о выделении специального места для захоронения своих братьев. 50-й султан Сулейман Великолепный, один из любимых турками правителей, удовлетворяет просьбу, разрешив основать в Стамбуле армянское кладбище Вангальти. В 1780 году по указу султана Абдул-Хамида I тут были построены артиллерийские казармы, уничтоженные во время восстания янычар в 1806 году. В 1810-1820 году тут были сооружены казармы, известные под названием артиллерийских казарм Халил-Паши. Величественное здание совмещало элементы атаманской, русской и индийской архитектуры. Но затем оно сильно пострадало во время инцидента 31 марта 1909 года и лежало в руках. С 1932 года власти Стамбула начали реализовывать планы по реставрации и реновации Стамбула. Через несколько лет там, где ранее находились могилы десятков поколений армян, возвели три отеля. Диван-отель, Хилтон-отель, Хаят-Реджинс-отель. Позднее было построено также здание радиостанции ДРТ. Сегодня на месте некрополя расположена главная городская площадь Такси, которая в путеводителе значится как туристическое сердце Стамбула. В 1936 году любимый турками президент Турции Ататюрк пригласил французского архитектора и городского дизайнера Анри Роста. И работа над парком была завершена в 1943 году. А в 2013 году парк стал местом столкновений турецкой полиции с демонстрантами.
протестующими против намерений правительства восстановить казармы и вырубить парк, построив на его месте торговый центр. Да, наверное. Попали на какой-то митинг. Нас встречают уже. Нам надо мечеть. Да, и сваливать отсюда, пока нас не загребли, как ярых манифестантов. В общем, решили мы присесть в парке, попить чайку, который купили. А тут митинг, и слышны всякие, на русский взгляд, нехорошие слова. Если вы слышите слова йог и бизнес, это не русские слова, аналоги. Это вот они там говорят, что кончился бизнес и так далее. Вот. Но Ире послышалось, конечно же, совсем русские слова. Говорит, как же так, как же можно на митинге материться? Вот, они около памятника собрались и граммофон свой. В данный момент этот небольшой уголок спокойствия и умиротворения рядом с бьющей ключом туристической и светской жизнью столицы привлекает к себе туристов. Побывать тут и выпить чаю было моей мечтой. Самую лучшую часть экскурсии мы закончили. Это был чай? Это был чай и парк Таксим. Впереди у нас еще много интересных путешествий. Не болейте и не кашляйте. До новых встреч. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал путешествий русского мужика. Сейчас мы туда спускаемся и будем смотреть.